День добрый всем любителям регби. Приветствуем мы вас в Краснодаре, где у нас продолжается первенство России по регби среди юниоров до 19 лет. На ваших экранах составы играющих сегодня первый матч в третий игровой день. Красноярское дерби. Совсем недавно посмотрели мы 148-й дерби основных команд. С великолепной развязкой, великолепная игра с невероятной интригой. Будем надеяться, что ребята юниоры нам продемонстрируют такую же классную игру. Первая атака 22 в исполнении Соколов. Посмотрим, что они могут придумать. Мяч здесь опасно вылетает, но это штрафной в пользу Яра. А Енисей первый игровой день пропустил. Точный удар Федора Чупрова. Выводит мяч из схватки Енисей. Потерял равновесие Матвей Гончаров, пытаясь сайдстеп сделать, то есть сменить направление движения. Продолжается атака Енисея в 22, и на ширину хорошо. Амошев дальше на 14 номера, и есть попытка. Красиво как, Алексей Дуданец. Повтор попытки, Амошев растянул до конца, здесь Говоруха уже не успевал. Есть еще одна попытка. Пойдет видео смотреть Андрей Баранов. Вот здесь заблокирован был удар. Ну а что здесь обсуждать? Здесь попытка. Без какого-либо нарушения правил. 10-3. 12-3 после точного удара Никиты Антонова. Добавляется в схватку Никита Антонов. Вышел мяч из схватки. В большинстве, напомню, Красный Яр. Амошев на краю уходит от своего визави и кладет мяч в зачетку. Обыграл Марлен Амошев Алексея Дуданца. Вот она, атака в исполнении Владислава Лазарева. Сложный удар для Ивана Чупрова. Но в целом видел я, что и забивал таки Иван. Точно мяч летит. 12-10. Забирает Яр в свой коридор, ставит мол. Рассыпается контрмол Яра. И что будет? Попытка. Идут в зачетку. Где здесь мяч? Доступен ли мяч для игры? Нет. Мяч прямо в зачетке. Оказывается, есть попытка. Фатальным. Для Енисея Олег Белобров. Попытка на его счету. Выбивает мяч просто за боковую. Регбиста Енисея дает свисток на перерыв. 15-12. Красный Яр в счете ведет. Выполняет начальный удар Енисея. Забирает мяч Бамбуров. Вы посмотрите. Бамбуров. Остановили Бамбурова. Не реализовано преимущество. Остановлено время. Штрафной в пользу Яра. Бамбуров сам разыгрывает с места. Буквально метр остается Яру до зачетки пройти. И мяч в зачетке приземляется. 17-15. Становится счет. Вырывается Енисей вперед. Забирает Яр коридор. Быстрая скидка на веер. И Фиц здесь исправляет ошибку. Ой, как здорово! Фиц на сайдстепе поймал Станислава Живлакова. Великолепная попытка. Повтор попытки Фица. Очень красивая действительно попытка. И до 5 очков доводить преимущество Красного Яра. Так и происходит. Пытается отобрать сейчас мяч Яр. И нет, что? Штрафной в пользу Енисея, что штрафной в пользу Яра. Может он судьбу матча решить. Удар и точный удар. Уже в 22 Енисея. Красный Яр. Попытка перехватить. Проваливается. Бамбуров удается захватить соперника. И попытка. И попытка Красного Яра.
Пожалуй, что все. Вот это восклицательный знак. Правильно, дальше налево. Один здесь оказался без поддержки на какой-то момент времени Леонид Бачурский. Продолжается атака Енисея. Вылетает мяч из рук. Игра вперед. Игра вперед. И финальный свисток. Красный Яр 32-17 одерживает победу над Енисеем. С чем мы их и поздравляем.